Кирове 12:05. Добрый день. Сегодня вторник, 11 октября. Вас приветствует Дарья Топозлеева. И Владимир Сметанин. Да, добрый день. Сегодня в рамках разворота мы хотим поднять две социально важных, социально значимых темы. Ну, во-первых, мы хотим обсудить возобновление работы ночных, так называемых, маршрутов общественного транспорта в областном центре. Вы, если вы еще не слышали об этом начинании, то надо сказать, что с началом октября у нас в городе в качестве эксперимента допоздна, наверное, да, правильно так говорить, до часу ночи, да, начали ходить несколько автобусов, а накануне и правительство региона, и администрация города, в том числе исполняющий обязанности главы администрации Вячеслав Николаевич Симаков в своем телеграм-канале сообщил о том, что с 10 октября на постоянной основе у нас будут допоздна работать 3 автобусных маршрута. Ты уже ознакомилась даже, да, с этой информацией? Да, я видела. Я хочу, чтобы ты присоединилась. Единственное, я изначально думала, что они прям будут всю ночь работать. Вот, а потом посмотрела, что до часу всего. Да, речь идет о 3 автобусных маршрутах. Автобус номер 23 от биохимзавода до ЖД вокзала. Время отправления 10 часов вечера, 11 часов вечера, полночи и 1:15. Точно такое же расписание ночное у 46-го автобуса, который будет следовать от Витека до механического завода в Нововятске. И те же самые 4 старта ночных у 53-го автобуса от Витека, соответственно, до завода «Сельмаш». Сделано это в первую очередь для того, как сообщили власти, чтобы работники оборонных предприятий кировских могли добираться с работы либо на работу, потому что в связи с известными событиями работы у сотрудников оборонных предприятий добавилось в этом году. Вот нам официально сообщили о том, что в 3 смены они начали работать. Вроде бы такое хорошее начинание. И вот Вячеслав Симаков, который чуть позже будет с нами на телефонной связи, он выложил у себя в телеграм-канале лично, прям как это любит Вячеслав Николаевич, он вышел на улицы города, дождался конкретного появления, прихода к конкретной остановке автобусов, проследил, автобус подъехал, дальше проследовал по улицам города. Ну и все это еще нам добавляется, вернее, с небольшим нюансом от предприятий. Сейчас власти ждут, возможно, каких-то предложений по корректировке работы этих ночных автобусных маршрутов. Может быть, они чуть раньше будут отправляться с конечных... Ну, в зависимости от смены, видимо, да? Остановок, либо чуть позже. Но, в общем, еще обещают как-то подправить, подкорректировать, если это будет возможно. При этом удивило, да, я начала когда читать комментарии под новостями об этих маршрутах ночных, что люди задаются вопросом, а почему, собственно, предприятия не оплатят такси своим работникам? То есть, получается, видимо, у самих кировчан запроса, видимо, как такового на какие-то ночные маршруты, видимо, нет. Ну, возможно, это было бы актуально летом, да? Ну, смотри, у многих предприятий есть же еще так называемая развозка, да. Ну, видимо, власть ощущает свою социальную ответственность, да, и в рамках вот города что-то сделать. Я так понимаю, это будут автобусы у нас курсировать, которые относятся к Кировскому пассажирскому автотранспортному предприятию, к ПАТ. Да, и судя по тому видео, которое продемонстрировал Вячеслав Николаевич у себя в телеграм-канале, автобусы эти большие, вместительные. Вот те новые самые машины, которые недавно поступили. Да, и при этом, насколько я понимаю, стоимость-то ведь обычная. Ну, то есть это вот этого еще не сообщалось. Еще не сообщалось, да? Я думала, то есть это... Вячеслав Николаевич, выясните. Не какой-то там двойной тариф или тройной, или еще что-то. Ну, то есть, по идее, ведь этим автобусом могут воспользоваться не только сотрудники предприятия, то есть это обычные городские маршруты. Да, да. Соответственно, ездить могут все. Если будет у нас с тобой надобность откуда-то в час или в полночь возвращаться откуда-то с рабочей смены, то мы, я думаю, можем воспользоваться одним из этих автобусов. А, ну, ты говоришь о двойном там тарифе, который у нас традиционно в новогоднюю ночь, да, действовал? Ну, да, и я помню, что бывали когда-то, давно, правда, еще когда я училась в университете, тоже бывало, запускали какие-то ночные автобусы, скажем, там, в день города, по-моему, можно было с салюта вернуться на автобусе. Вот этого не припомню. Ну, я помню, что теплое время года было, но стоило подороже. Но ездили троллейбусы. Я помню, ездил троллейбус, который останавливался на Театралке. Не помню, конечно, номер уже. И вот сейчас... Единица ходит через Театралку. Единичка, да, наверное. Единица. Вот. И сейчас вот я вижу, задаются люди вопросом, а почему не троллейбус? Нет, на самом деле, когда в пилотном режиме запускался этот проект ночных маршрутов, это новость была от 1 октября, если не ошибаюсь, там речь в том числе шла о
троллейбусном маршруте номер 3, который у нас, как известно, передвигается по Октябрьскому проспекту, соответственно, от Авитека и до завода «Сельмаш». Ну вот в окончательной версии этой новости почему-то троллейбусный маршрут номер 3 не фигурирует. Возможно, что-то изменилось. Угу. Да. Вот. Возможно, исключили. Ну вот хотим сейчас узнать в скором времени у Вячеслава Симакова непосредственно. Вот, ну, конечно, как мне кажется, что... Так, будем общаться, нас, видимо, да. Сейчас, да. Угу. Будем общаться с Вячеславом Николаевичем, исполняющим обязанности главы администрации нашего города. Вячеслав Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Просим уделить нам несколько минут. Мы уже начали говорить о том, что у нас с 10 октября запущено 3 автобусных маршрута. Озвучили уже время. 10 вечера, 11, полночь и час 15. Речь идет о маршрутах, еще раз повторюсь, 23-м, 46-м и 53-м. А изначально, в начале октября, Вячеслав Николаевич, еще говорили о троллейбусе номер 3. Было такое дело? Но вот в окончательной версии почему-то его нет. С чем это связано? Решили не вводить все-таки? Временно приостановили в связи с тем, что на троллейбусном маршруте не было перевезено ни одного человека. А, mm-hmm. То есть вот... Но я так понимаю, что 53-й-то он, по-моему, перекрывает этот маршрут по Октябрьскому или нет? Или... Да, да. Mm-hmm. А практически да, да. Ну да, не практически, а да, прям, да. От площади 20-го партсъезда, который мы в народе называем Витеком, и до завода «Сельмаш». Задались вы вопросом о стоимости проезда, Вячеслав Николаевич. Она не изменилась по сравнению с дневными часами? Нет, так же, как и в дневное время, 30 рублей установленный тариф. 30 рублей. Мы знаем из вашего телеграм-канала, лично сегодня ночью выходили на улицы, выезжали, наблюдали за тем, как ходят эти ночные маршруты. Все ли устроило? Ну да, расписание, значит, выполнялось. Все маршруты были на линии, никаких проблем не возникло. Угу. Много ли людей? Не так много, но в любом случае каждый маршрут, он должен, как сказать, отъездиться, получить своих пассажиров. Поэтому у нас на протяжении нескольких лет звучал вопрос о том, что ночью нельзя никуда уехать. Поэтому сейчас будем привлекать пассажиров на эти маршруты. Кроме того, у нас продолжается работа с предприятиями, от которых как раз они двигаются. И вот сегодня мы должны получить дополнительную информацию по графику работы. Вячеслав Николаевич, вы говорите, вот привлекать пассажиров, да? Ну, то есть понятно, что возникли эти маршруты ввиду там острой производственной необходимости, скажем так, да? Но рассматривайте, понимаю... Здесь совпало, то есть всегда говорили о том, что необходим транспорт в ночное время. Ну, то есть есть наметки, что если вдруг пассажиры появятся на этих ночных маршрутах, то эти маршруты останутся с нами? Ну, люди будут знать, что автобусы двигаются по этому маршруту, поэтому они будут приходить на остановки. То есть, в любом случае, у нас ведь сложно в ночное время, там у нас и такси приходится подолгу ждать. А если человек уверен, что у нас двигается автобус, он будет на него тоже рассчитывать. Ну да, мы, конечно, понимаем, да, что да, отчасти это очень долгую проблему, когда люди жалуются на то, что поздно, невозможно никуда уехать на общественном транспорте. Тут, видимо, этот вопрос, ну, как-то будет менее уже остро стоять, да. А что за автобусы непосредственно выводятся сейчас на эти маршруты? Ну, судя по видео, это большие вместимые, да, машины, Вячеслав Николаевич? Да, «Лязер». Которые были приобретены в прошлом году. А тут, возможно, тоже будет корректироваться вместимость. Ну, может быть, вы увидите, да, по итогам первых дней работы, что не нужно такие вместимые автобусы запускать, и, возможно, будет уменьшено. Есть такой вариант? У нас ведь сегодня мы практически уже от пазиков отказались, там нескольких перевозчиков, они только остались в частных, а все наши муниципальные, областные предприятия обладают именно автобусами крупной вместимости. Поэтому удобные, экономичные автобусы.
которые должны ездить по городу. Ну, то есть они и будут продолжать работать, да, сейчас. А, Вячеслав Николаевич, да, я видела, тут Александр Соколов дал поручение вам как-то улучшить информирование горожан по поводу работы, да, этих ночных маршрутов. Что в этой части вообще можно сделать? Ну, то есть, понятно, да, телеграм-канал... Ну, мы сейчас уже это делаем. Определенная аудитория, да, то есть у нас поговорили определенная аудитория. Угу. Тем не менее, ну, то есть, наверное, с точки зрения там всего городского населения охват, возможно, недостаточный, да, особенно если брать там старшее поколение. Как я уже сказал, да, у нас размещено на сайте, в различных соцсетях, мы будем эту информацию в дальнейшем еще более подробно размещать. Как я уже сказал, мы сейчас совместно с предприятиями корректируем график движения для того, чтобы было удобно всем вернуться домой в вечернее время. А вот исходя из этого графика, лично мне непонятно, а сколько автобусов будет в ночное время на каждом из маршрутов? Это по одному автобусу получается, раз у них отправление... Нет, это не по одному. Нет, вчера больше все-таки, да? На линии было 3.46, вот я видел 2.53, но я сейчас эту информацию точно не скажу, но не по одному маршруту. Не по одному автобусу? На линии, да, работают на каждом маршруте по нескольку автобусов. Угу. Разговаривали ли уже, как-то считали, я не знаю, насколько убыточна вообще сейчас вот эта история для автотранспортного предприятия? Почему сразу убыточно, может быть? Это, понятно же, что это не окупается, мне кажется, тут... Маленький период, поэтому речи об этом пока не идет. Угу. А в автобусах работают полноценные, ну, как их принято называть, экипажи, да, водитель и кондуктор. Водитель и кондуктор, водитель, да. Водитель и кондуктор. А вот интересно, им за дополнительную плату... Это, ночные смены, это, да, какие-то? Это ночная смена. Ну, я понимаю, что это там внутренняя экономическая политика КПАТа, но все-таки... Ну, наверняка люди хотели бы, чтобы побольше доплачивали. В любом случае, да, оплата сдельная, людям оплачивается отработанное время. Угу, угу. А не получится так, что вот этот экипаж отъездил до часу ночи, и ему там через 4 часа уже в 5 или в 6 утра уже выходить на дневную уставшему смену? Уставшему водителю, да? Это все отслеживается. Отслеживается тоже, да? Да. Да, чтобы соблюдался режим труда и отдыха. А, смотрите, да, Вячеслав Николаевич, вот еще история про замену кондукторов разными... умными устройствами, да, скажем так. Когда пассажир, да, самостоятельно заходит и, ну, да, с помощью, ну, какого-то устройства про вертушки оплачивает какие-то проезд. Разговаривали, угу. Еще что-то. Вот не думали ли о том, что вот эти на ночных рейсах как раз можно какую-то подобную практику обкатать, где немного пассажиров? Ну, это в процессе. Это обсуждается как и на дневные, так и на вечерние рейсы. Это, в принципе, в стране, во многих городах уже это практикуется, поэтому почему бы и нет. И еще, Вячеслав Николаевич, немаловажный вопрос. Вот, например, я, когда городским пассажирским транспортом пользуюсь, я захожу традиционно на сайт СДС и смотрю, где, собственно, ближайший интересующий меня автобус или троллейбус идет. На этом сайте, да, на портале СДС будут отображаться тоже эти автобусы? В дальнейшем будут, да, сейчас как раз эта работа ведется. Вот, да, мне кажется. То есть вот я вчера таким же образом, то есть те автобусы, которые ходили там до 22:30, они еще на сайте были, а новые маршруты пока их не было, но скоро они появятся. Ну, очень удобно, да. Ну, слушайте, если мне... ты где-то там по делам задержался, например, до полуночи, да, или в гости сходил, и тут зашел на сайт, посмотрел. Ну, я вот видела тоже жалобу в комментариях, что этих автобусов нет на карте, но, как мне кажется, вот с таким шагом 10, 11, 12 можно как-то и без карты обойтись. То есть если ночью автобус, я думаю, вполне себе может подъезжать к остановке вовремя, ну, вряд ли ночью в Кирове есть какие-то пробки, непреодолимые дорожные ситуации. Поэтому отсутствие автобуса на карте или в схеме движения, или на табло, вот ночью, мне кажется, совсем не проблема. Ну, то есть не то, что стоит бросаться. Нет, в любом случае это удобно. Вот коллега правильно ваш сказал. Не нужно стоять на остановке. Я постоянно тоже использую. Посмотрел, увидел, где автобус движется, и вышел там за 5 минут. Подошел на остановку. У меня как-то была подобная ситуация несколько лет назад, когда поздно вечером, выходя с работы, пришел на остановку, сразу же подошел автобус, а там коллеги стояли, которые вышли там час назад. И они на меня смотрят, вот, а как так-то? Что у вас за канал связи, Вячеслав Николаевич? Есть какой-то сайт, вы, пожалуйста, пользуйтесь им, и вопросов не будет, не надо стоять на остановке. Да, безусловно, я считаю, да, это очень удобно, тем более... Нет, стоять-то это... Нет, тем более, не надо же забывать о том, что у нас зима, это было вечернее время, там был вот такой режим. Мне кажется, ночью главное, чтобы автобус не пришел раньше.
То есть чуть-чуть позже-то еще можно вот подождать. А вот обидно, если он уйдет раньше, чем ты пришел на остановку, будет обидно. А в это время как раз легко соблюдать график движения, потому что транспорта нет на улицах, никаких пробок. То есть они уже определено, сколько времени занимает движение. Поэтому здесь вопросов нет по соблюдению графика. Спасибо, Вячеслав Николаевич, за этот комментарий. Спасибо, ждем каких-то первых итогов работы, да, возможно, какой-то корректировки работы этих ночных автобусных маршрутов. Спасибо за информацию. Вячеслав Симаков был с нами на связи, исполняющий обязанности главы администрации нашего города. Я так понимаю, у нас с общественным транспортом есть какие-то истории, да, тут связанные у нас личные? Ты что-то хотела добавить? Просто я вот, например, в воскресенье решил вспомнить студенческие годы и съездил на автобусе по маршруту Киров-Кирово-Чепецк и обратно. Ну вот давненько я этого не делал, именно чтобы на общественном транспорте. За что ты решил себя наказать? Да, суть заключается в том, что, знаешь, туда в положении стоя и обратно в положении стоя. Нет, мне не трудно, но вот, знаете, такие воспоминания нахлынули. Ну, я тебе уже до эфира... Автобус битком, что называется. До эфира сказала, что я вернулась тут из Сочи, и мне довелось воспользоваться там тоже общественным транспортом не в час пик. Ни в утренние суперчасы, ни в вечерние, просто вот обычным днем. И правда, на работу Кировского общественного... В межпиковый интервал. В межпиковый, да, интервал. И вот я ехала и думала, я больше не буду жаловаться на кировские автобусы. Ну, давай, как мы это обычно делаем в интервью, три основных отличия сочинского общественного и нашего. Мало места. Мало места. Очень мало. То есть прям небольшие Сочи. Автобусы, да. В Сочи мало места. Город большой, расстояние большие, автобусы маленькие. Редко ходят. И экипаж там хамловый, хамливый какой-нибудь. Не хамло, у них нет кондуктора. А, нету, то есть ты платишь через терминал водителю. Водителю, да, денежку отдаешь водителю, там тоже есть терминал, можно расплатиться картой, никаких проблем. Водитель периодически кричит, и никто не хочет мне тут заплатить. Вот, и вот эту бедную карточку передаешь через весь салон. С армянским акцентом? Ну, это зависит от водителя. Запускают через одну дверь. Выпускают через другую. Но если прям очень-очень сильно прижало в прямом смысле слова, тогда могут и другую дверь открыть. Вот. Ну, в общем, вот, автобусов явно недостаточно для того количества людей и для того количества туристов, которые город посещают, прям недостаточно вообще. Но другое дело, ведь сейчас схлынет поток туристов, отдыхающих, возможно, как-то и в норму придет. Но мы этого уже не увидим, потому что мы уже не в Сочи находимся. Мне кажется, туристов в автобусах не так и много. То есть в основном это местные жители, которые едут там по каким-то по своим делам. Ну, у которых своя, да, обычная жизнь, страдают. Да, на работу, с работы домой. В общем, ну смотри, положительные сдвиги, надо сказать, да, вот допоздна хотя бы три автобусных маршрута начали ходить. Купи козу. Вот, и получается, в Сочи я купила козу, вернулась в Киров, козу продала. У нас остается 7 минут до рекламной паузы и еще одну тему, которую мы хотим обсудить, хотя на самом деле мы ровно неделю назад, в прошлый вторник, об этом подробно говорили в нашем эфире. Это об инициативе областных властей касаемо того, чтобы в наших учреждениях образования, в школах в том числе, появились профессиональные охранники. Говорили мы об этом неделю назад, и один из главных нюансов, да, к которому мы пришли, это где сейчас взять такое количество профессиональных лицензированных охранников, да, в связи с той же частичной мобилизацией, потому что люди эти, как правило, охранники имеют за плечами там, специфический опыт, военный опыт. Вот. И руководители образовательных учреждений тоже об этом говорили. Но накануне, почему мы продолжаем обсуждать эту новость, накануне областное правительство выложило новость, суть которой в том, что в наших образовательных учреждениях уже начали появляться вот эти самые профессиональные охранники. В частности, речь идет о Вятском автомобильно-промышленном колледже, который находится в Кирово-Чепецке на улице Фестивальной. В официальном сообщении правительства говорится о том, что именно там вот появился этот профессиональный охранник. В обязанности его входит обеспечение на объекте, прилегающей территории пропускного и внутриобъектового режимов, контроль за соблюдением всевозможных мер безопасности и так далее. Но
Я предлагаю поговорить об этом сейчас напрямую Татьяна с нашей гостью. Татьяна Широкова, да, с нами на связи, директор Вятского автомобильно-промышленного колледжа. Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Приветствуем вас. Мы узнали, да, тоже накануне о том, что в вашем образовательном учреждении появился профессиональный охранник. И вот чтобы мы представляли сейчас, как он работает, в чем заключаются его обязанности. И мы ведь тоже с Дарьей родители, и нам интересно узнать, да, как это у нас в школах, возможно, в Кирове будет организовано. Расскажите, как эти первые дни, чем непосредственно этот охранник занимается? Ну, в пятницу у нас приступил к своим обязанностям сотрудник частного охранного предприятия. Мы заключили договор на оказание услуг. И наряду с нашим сотрудником, сейчас у нас контрольно-пропускной режим, осуществляют два человека. Угу. Это сотрудник ЧОП и наш работник-сторож-вахтер. Угу. Значит, основные обязанности – это осуществление контрольно-пропускного режима, чтобы никто не чужой не имел доступ в колледж. И кроме этого, раз в час он обходит территорию колледжа и здание колледжа на предмет посторонних вещей, чтобы все было в порядке, чтобы все работало в штатном режиме. А скажите, Татьяна Николаевна, вам самим пришлось искать, вот выходить на это частное охранное предприятие, либо... Нет, либо решение предприятие было принято губернатором, и были выделены финансовые средства. И была поставлена задача в кратчайшие сроки вот решить проблему эту. И так как опыт работы с частными охранными предприятиями у нас уже был, у нас вообще есть общежитие, и там уже третий год работают частные охранные предприятия. Мы разработали инструкцию с учетом того, что сейчас два человека осуществляют охрану, и заключили договор. Ага, Татьяна Николаевна, а территория вообще колледжа, она у вас огорожена или открытая? Да, территория огорожена 2 года назад. Ограждение поставлено полностью. Колледж у нас очень большой, территория большая, все огорожено. Все инженерно-технические средства у нас имеются, и система оповещения, и система освещения. То есть, в принципе, колледж соответствует всем предъявляемым требованиям. Сколько у вас, кстати, для понимания, ежедневно студентов посещают занятия? Очно, ну, по очной форме у нас 800 студентов обучаются. Кроме этого, еще заочное отделение, есть автокурсы, разные короткие программы. В общем, где-то более 1000 студентов ежедневно. А можем поинтересоваться финансовой стороной вопроса? Мы прекрасно знаем, какая общая сумма выделена у нас по распоряжению губернатора. Это 23,5 миллиона рублей. О какой сумме договорились вы платить в качестве зарплаты, жалования этому сотруднику? Но еще раз повторюсь, что не мы платим жалование, это договор услуг с частным охранным предприятием. И в рамках выделенных средств все у нас сложилось. То есть деньги непосредственно к вам уже поступили, да, чтобы платить, оплачивать эти услуги? Да. И, естественно, после того, как деньги поступили, мы тут же только смогли заключить договор. А был ли какой-то, я не знаю, набор требований, да, к человеку? То есть чему он должен был соответствовать, начиная там от каких-то, возможно, документов, да, лицензий? Алло, эти требования мы предъявляли частному охранному предприятию, что вот нам нужен такой, он должен выполнять то-то, то-то. А уже охранное предприятие искало среди своих сотрудников и подбирало тот, который подошел. А график работы этого сотрудника, он во сколько заступает на дежурство? 7 утра до 7 вечера. 12 часов, соответственно, смена у него длится. Да, Татьяна Николаевна, такой еще вопрос. А человек этот, он вооружен, скажем так? Ну, никакого оружия быть не может, потому что это образовательная организация. Да. А те разрешенные спецсредства, которые разрешены по законодательству, у него есть. Ну, там минимальный, то, что можно сказать, да? Да, самый минимальный набор. Гражданский набор, ну и в том числе у вас наверняка есть тревожная кнопка, да, так называемая? Конечно, в случае у нас две тревожные кнопки есть, и у каждого сторожа теперь, и у нашего работника, и у частного охранного работника есть кнопка быстрого реагирования. Кроме этого, у нас есть видеонаблюдение, они его используют при осуществлении своих обязанностей. Как студенты отнеслись к такому двойному ситу охраны? Положительно. Мы, в принципе, жесткие требования к охране предъявляли и к своим работникам. Единственное, что сейчас это более удобнее. Один может смотреть по видеонаблюдению, второй может непосредственно осуществлять проход. Проход у нас осуществляется по предъявлению студенческих билетов или пропусков. Посторонние лица не допускаются. То есть ребята, в принципе, к этому уже привыкли, это уже несколько лет идет. То есть если ребята забыли студенческие, приходится возвращаться?
Нет, если это были студенческие, то вызывается руководитель группы, который встречает его, идентифицирует, подтверждает личность и проводит его. Ну да, чтобы время не тратить, да, чтобы не бегать за студенческим. Ну, в целом То есть, чтобы не получилось, что детей не пустили учиться, такого нет. Ну, в целом у вас ощущение появилось такой большей защищенности, что ли, что вот сейчас вы в случае чего, не дай бог, сможете отреагировать? Да, потому что два человека – это уже четыре глаза. И если один отошел, может он посмотреть территорию, обойти. Раньше такой возможности не было. Сейчас эта возможность появилась. Ну что ж, с начинанием вас, с таким, да, вынужденным, надо, к сожалению, сказать, когда приходится усиливать меры безопасности в учреждениях образования. Спасибо за этот комментарий. Татьяна Широкова с нами на связи, директор Вятского автомобильно-промышленного колледжа. Учебное заведение это находится, напоминаю, в городе Кирово-Чепецке. Я тут даже вот на сайт зашел, поинтересовался, какие специальности там получают и юноши, и девушки. И прям даже, ты знаешь, захотелось. Вот, например, сварщик, чем нехорошая профессия. Или электромонтер ремонту электрооборудования. Все, что делается руками сейчас, очень востребовано, в принципе. Мне кажется, нас подгоняют на рекламу. Да, давайте сделаем небольшую рекламную паузу, после чего продолжим. В образовательных учреждениях в Кировской области стали появляться профессиональные охранники. Вот сейчас, по примеру, Вятского автомобильно-промышленного колледжа, там заключен договор с частным охранным предприятием, и один сотрудник с 7 утра до 7 вечера трудится, наблюдает за потоком входящих студентов и посетителей учебного заведения. 23,5 миллиона рублей, по словам Александра Соколова, выделено на эти цели. Но, насколько мы поняли, это вот на первое время, до конца года. А на следующий год, когда будет приниматься бюджет региона на 2023, тоже какая-то сумма будет туда закладываться. И да, напомним, с чем это все связано. Это связано, в первую очередь, с трагедией, произошедшей в Ижевске 26 сентября, да, когда 34-летний гражданин зашел на территорию 88-й школы, и, по последним данным, это все привело к 17 погибшим. Ну, при этом, да, хотелось бы отметить, что охранник-то в этой школе был. Там было два охранника. Я читал комментарий по этому поводу главы Удмуртской республики Александра Бричалова. Там было два охранника, два пожилых мужчины. Причем они, по-моему, даже были сотрудниками частного охранного предприятия, но события развивались настолько стремительно, что они никакого сопротивления не могли оказать. Да, знаешь, проблема в том, что в этих школьных, да, там и садиковских, к сожалению, шутингах эти события примерно так всегда и развиваются. Поэтому я, если честно, вот, да, хорошее начинание. Скептически относишься к этим дополнительным мерам безопасности? Да, возможно, ну, с точки зрения каких-то, я не знаю, там, хулиганов, подростковых разборок, еще чего-то, ну, то есть вот каких-то лайтовых, да, вещей, охранники, да, то есть они могут с этим справиться. Я помню, у нас в школе тоже в свое время были охранники, у нас это было казачество, казаки там тоже дежурили, то есть они вот, скажем так, это держали... Это была тоже договоренность с руководством школы, или это была личная инициатива? Да? У нас человек, кто был в администрации города, глава администрации, он сам казак, и все вот это вот, и, соответственно, во всех школах дежурили казаки. И они держали в узде школьников. То есть, да, это хорошо работало, серьезные парни с нагайками, и все это прям прекрасно работало для школьной дисциплины. Да, да, звонок у нас есть. Да. Да, давайте общаться с Александром Петрицким, начальником департамента образования администрации Кирова. Александр Львович, приветствуем вас. Добрый день. Да, мы говорим о том, что в школах, в образовательных других учреждениях начинают работу профессиональные охранники. 28 сентября еще стало известно об этом. Глава региона Александр Соколов заявил, что сделано на сегодняшний день. Где-то, возможно, уже в кировских школах тоже приступили к работе эти, ну, не знаю, сотрудники ЧОПов тех же. Расскажите, пожалуйста, как ситуация обстоит? Да, конечно, на сегодняшний день у нас в 23 школах уже заключены договоры с частными охранными предприятиями. И 21 учреждение подобрало себе в штат кандидатуры охранников. Это плюсом к 23, да, еще? Да. Да, да. 23 это частные охранные предприятия, да, договоры, и плюс 21 еще. 21 подобраны кандидатуры, заключены трудовые договора по введению в штат должности охранника. Ага. А это касается только школ, деньги были выделены, или детские сады? Да, это были выделены средства на общеобразовательные организации. А детские сады? По детским садам мы тоже сейчас приступаем к этой процедуре, то есть
прорабатываем с частными охранными предприятиями и с муниципалитетом по выделению средств на эти цели. Да, Александр Львович, на какой период времени хватит вот этой суммы, выделенной областным правительством? Или не знаю, ну, пока эта сумма до конца года, на последующий год мы уже сейчас в муниципалитете прорабатываем вопрос охраны наших образовательных организаций всех. А образовательные учреждения сами должны заниматься подбором вот этого персонала? Мы, конечно, проводим переговоры централизованно, но договоры, конечно, заключают непосредственно сами образовательные организации. А есть, например, какие-то требования по количеству, да, охранников? То есть, условно говоря, школа там на 500 человек и школа на 1000 человек? То есть это одинаковое количество людей? То есть один на входе, если, например, входа два? Все равно вход он один. Поэтому количество, оно, в принципе, одинаковое по персоналу. Ну, так, надо сказать, достаточно оперативно удалось найти такое количество охранников, потому что тему мы недавно обсуждали и, ну, сошлись во мнении, что в сложившихся условиях здесь международная обстановка, не так-то просто, видимо, сейчас будет хороших лицензированных охранников найти. Возникали трудности соответствующие? Или... Да, трудности были и есть, но, тем не менее, продолжаем работу по подбору как и в штат сотрудников, так и работаем с частными охранными предприятиями. Так, насколько мы помним, у нас порядка 60, да, муниципальных 59. Школ? 59, да, ну вот почти 60. То есть, соответственно, две трети мы уже на данный момент закрыли. Смотрите, да, вот, Александр Львович, понятно, что вот это, к этим охранникам предъявляются там определенные требования, сотрудники ЧОПов, то есть соответствующие лицензии. А если в образовательном учреждении до этого работал уже какой-то человек, ну вот, как правило, да, это там кто-то на пенсии, ну, в штате, да? В штате. С этими людьми их уволят, их заменят или как? Где работали и физически крепкие мужчины, отслужившие в свое время либо в армии, ну, понятно, либо да, в органах правопорядка. Если они на эти должности переходят, то это допустимо. То есть есть определенное квалификационное требование. Ну вот мы сейчас говорим о мужчинах, которые годные по состоянию здоровья и по соответствию их квалификационным требованиям. Если действующий сотрудник удовлетворяет этим требованиям, то да, конечно, и этим способом решается эта проблема. Чем обладают эти охранники, которые появляются в школах? Ну, мы прекрасно понимаем, что никакого оружия в образовательном учреждении быть не должно. То есть там, видимо, какой-то минимальный, да, набор средств защиты или что-то там, средств противодействия? Ну, по оснащению сотрудников ЧОП это уже лучше, наверное, от них информацию получать. А наши сотрудники, у них спецсредств никаких нет. У них есть тревожная кнопка. У них есть система контроля управления доступом, если соответствующая категория учреждений. Вот с этим они работают. Как в целом ученики, школьники, педколлектив реагируют на появление вот дополнительного сотрудника, который обеспечивает их безопасность? Все с пониманием относятся? Ну, конечно. Возможно, в ближайшее время какие-то проверки будут проводиться, не знаю, тренировки, чтобы понять, насколько вот квалифицированные люди, да, пришли в учебное заведение. Возможно. Да. Ну, это в качестве вот такой идеи, да, ну, да, как-то логично, наверное, бы оценить, да, мы непосредственно. Мы проверяли это всегда, проверяли это правоохранительные органы, и будем проверять и в дальнейшем, так что это... Понятно. Плановая работа, что называется. Да, конечно. Все, спасибо большое, спасибо. Александр Львович. Александр Петрицкий с нами был на связи, начальник департамента образования администрации Кирова. Я так понимаю, нам, наверное, уже пора потихоньку. Минутка у нас есть еще, да, но... Ну вот я все же так поняла, что если вот этот штатный сотрудник, который сидит на входе, вот я просто ориентировалась по нашему садику, то есть это пожилая женщина. Я сомневаюсь, что она сотрудник ЧОПа, что у нее есть лицензия. Это не ЧОП, и я так понимаю, что этих людей придется либо увольнять, либо находить им место в штате, какие-то другие обязанности. Я недопонимаю даже, почему увольнять. Потому что это же дополнительные деньги, это дополнительное финансирование выделено. Соответственно, раз человек раньше работал, значит, средства на него были предусмотрены. То есть недопонимаю. Ну, вполне возможно. Но ясно одно, что это начинание, возникшее вот в конце сентября, оно будет продолжено и в следующем году. Скоро мы узнаем, какие суммы будут выделяться. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева. Дневной разворот. На этом завершаем.